Вот и пришел мой последний день в кинологической службе МВД. Время подводить итоги. Когда я пришел в 2007 году, я думал о том, что я буду искать взрывчатку, предотвращать теракты, помогать людям. Сейчас я утратил какую-либо нить своей полезности. Понял, что мы превращаемся в декорацию. Министерство внутренней декорации МВД. Кто я? Я знаю, кто я. Я человек, я офицер, я гражданин, который никогда не шел на сделку со своей совестью и никогда не взял ни одной взятки. Я знаю, кто я. Также я знаю, кем я быть не хочу. Это не так, самое место. Я не прощаюсь с вами, мои хорошие, мои дорогие друзья. Те, кто еще остается в службе, держитесь. На вас служба держится. Я не прощаюсь с вами, а говорю до свидания. Увидимся с вами в новой славной полиции и России будущего. До свидания.